Вічна я пам'яті душі в блаженстві перебуватиму. Вічна я пам'ять. Рішення своєї душі йшли вперед, відстоюючи конституційні права України, відстоюючи волю і її незалежність. Це воістину герої відважні нашого часу, які, не боячись нічого, віддали своє життя за волю і долю. Спасибо родителям, що воспитали таких дітей. Спасибо. Спасибо вам, что помните. Не оставили без внимания, что помните. Ребятам спасибо, что были рядом. Я хочу, чтобы больше такого не повторилось ни с одним солдатом. Не только из нашей части, а из любой матери большое горе терять сына, отцу еще тяжелее. Ребят, хочу попросить, чтобы звонили родителям, писали короткие смс-ки, всегда держали на пульсе жизни, потому что ваши родители всегда с вами в мыслях, они всегда ждут вас дома. И мы с отцом всегда рады будем видеть вас у нас дома. В любое время, в любой ситуации наш дом открыт для всех. Спасибо.